хорошо, проходов можно не делать. Но там вы сами, конечно, решите, как вам удобно. Самый главный вариант, всякой обработки ушли в сторону, взяли, освободились и поворотились. Уйти с линии атаки и, создав систему рычагов, использовать энергию, которую противник вложил в удар против него самого. Семинар проводят обладатели черных поясов различных данов. Это айкидо. Единоборство появилось после того, как в 40-х годах 20 века Морихей Оэсиба переосмыслил и объединил опыт нескольких традиционных видов японских единоборств, подведя особую философскую базу. По мнению мастера, ответная агрессия приводит к внутренней дисгармонии, а айкидо позволяет противостоять противнику, сохраняя духовное равновесие. В семинаре приняли участие ребята из трех клубов города-курорта, а также их сверстники из Краснодара. Главная задача – обменяться опытом. По словам наставников, семинар как форма встреч в айкидо более приемлем, чем традиционное первенство. Получилось неплохое мероприятие. Ребята показали достаточно неплохой уровень техник, несмотря на то, что многие новички. Но все же результаты в Анапе есть. Ребята занимаются с удовольствием. Растут технически. Есть ребята, которые уже очень высокого уровня, то есть могут участвовать уже, в принципе, и в краевых, и в российских каких-то мероприятиях.